Здравствуйте, импланты Силимед требуют замены. Через сколько лет, если ничего не беспокоит? Я не буду говорить именно про Силимед, про бразильские импланты. Я скажу о том, что любые протезы, импланты молочных желез, я использую в своей практике только самые высококачественные, современные, брендовые, безопасные, то есть по уровню безопасности наиболее высокие, требуется ежегодное обследование молочных желез. Причем неважно, установлены импланты или нет. Но как показывает практика, те женщины, у которых установлены импланты, боясь именно проблем со стороны имплантов, регулярно, чаще обследуются тем женщинам, у которых нет имплантов. И это позволяет на ранних этапах выявить проблемы молочных желез и другие. Поэтому сами импланты при этом не провоцируют проблемы молочных желез. Опять же, при условии правильно выполненной операции используем высококачественные импланты. Однако, спустя годы, 5, 10, 15, 20 лет, могут происходить изменения тканей вокруг имплантов. Если ежегодно проходить ультразвуковое исследование и еще и консультироваться у маммолога и пластического хирурга, то при выявлении тех или иных изменений, которые могут являться показанием к операции, вот только тогда есть смысл прооперироваться и заменить импланты. Это может быть произойти через 5 лет, в зависимости от качества операции имплантов, а может произойти через 25 лет. Просто регулярно за этим нужно наблюдать.